Чемпионский мастер-класс. В областном центре прошла открытая тренировка по тайскому боксу для детей и подростков. Участие в ней смогли принять все желающие, вне зависимости от возраста и физической подготовки. И сегодня у нас в гостях ребятки из социально-реабилитационного центра. Они также посещают у нас тренировки. Это не первая тренировка по тайскому боксу. У нас были тренировки и по бадминтону, и по регби, тег-регби. И я думаю, что будет много тренировок по другим видам спорта, в том числе по фитнесу. План тренировок можно посмотреть на сайте Иваново РФ. Открытую тренировку проводит спортсмен, обозначивший наш регион на уровне страны. Камиль Асхабаров, чемпион России по К1, многократный призер всероссийских турниров по тайскому боксу, кандидат в мастера спорта. Первое правило чемпиона – перед тренировкой мышцы и связки необходимо тщательно разогреть. Так меньше вероятности получить травму. Только после разминки можно переходить непосредственно к муай-тай. Мы познакомим всех, кто пришел сегодня, с самим тайским боксом, ударами локтями, клинчем. То есть того, что нет, например, в других единоборствах. Специфика этого вида спорта – то, что поединки проходят под тайскую такую национальную музыку. Вот, и тайский бокс так-то очень красивый вид спорта, очень сильно развит он в России, он развит очень сильно в мире. Тайский бокс – прогрессивное спортивное направление. Давно обсуждается даже включение его в Олимпийские игры. Возможно, скоро это произойдет. Пока же ивановские чемпионы покоряют спортивные вершины своей страны и готовят новые поколения боксеров, для которых, вероятно, и зажжется олимпийский огонь. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.